Йога, с вами Шипки, мы прячемся в шкафу, да, и этой... Я пи-психа. Да, происходит у нас тут дерьмище полное. Команда СССР благодарит вас за оценку. Добро пожаловать в Сентрокорп. Вы получили один лист видебной бумаги. Чувствуется, выходить мне не стоит, да? Здесь ничего нет. Охотник. Синтра сломана? Что мне делать без нее? Мы информируем работников о недавнем назначении мистера Хьюга на должность главного исполнителя директора Синтракорп. Ну, в принципе, теперь мы знаем, что делать. Интересно, а везде так? Мне теперь туда не попасть, я понял. А качели остались? Ну, хотя бы качели остались. Так, мне, получается, нужно на 9-й этаж, да? Значит, выбираемся. Там есть вентиляция, но она слишком высоко, мне надо... Так, сколько у меня бумаги? 7 бумаги. Пипец, конечно, вот это... Я думал, там финал, потому что там жопа была. Не открывается. Не открывается. О! Вы получили картонную коробку. А, в зеркале все еще такой же вид, как и был. Го, я сюда взберусь. Слышь, мужик, месть Пластинудо. А, я ее видел. Кого? Ведьму. Извини, парень. Хочешь сыра, он всегда мне помогает. А, спасибо. Что ты собираешься сделать? Я не знаю, я растерян. Почему? У меня такое чувство, что я больше ничего не могу сделать. Я думаю, что нашел решение проблемы, но в мгновение оно развалилось. Все кончено. Если что-то сломано, то есть одно... Так, одно простое решение. Что? Почини это. Есть способ исправиться, если ты сможешь... Так, в чем поломка, то... Бла-бла-бла, то полупроблема. Решена, нет? Да, наверное, но где мне починить? Стой. Идти. Я уверен, что Доши может починить Ситру. Спасибо, мистер Гоблин, ты гений. Го, я лучше сохранку куплю. Стой, а сколько мне сыра? Ладно, пускай. Думаю, 8 должно хватить. Стой, а там он все еще водичкой торгует? Эта видеокассета названа «Видеоклуб мистера Истока». Мистеря. Окей. Вау!
Ой, мое сердце, блядь. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Инвентарь использовать. Ладно, оставлю. Так, эта видеокассета названа «Видеоклуб мистера Уоллен». Уэлл. Ой, не хочу я туда идти. Я просто буду молчать, ребята. Мне слишком стрёмно. Нож использовать. Кто я? Иней? Кейт? Подожди, Тони. Теперь мне нужно на каждом этаже искать их. Окей. Я все-таки схожу сохранюсь. И через 100 лет я выберусь, куплю на остальной сыр. Себе этих подсказок. Ну, не подсказок, а листов. Походу в коконах все эти люди спрятаны, мне нужно будет их найти. Поэтому желательно сейчас нам лучше сбегать. Да. О, а теперь нету крови. А тогда кровь была. Там есть вентиляция, но мне слишком высоко. Мне надо, чтобы зарплата стоять. Я могу дотянуться, но... Хорошо. Использовать. Я попробую открыть решетку. Так, здесь хорошо все. Походу здесь звук отсюда идет. Использовать. Кто я? Иней, Джена. Подожди, кровь из глаз. Ах ты ж черт, Марта. Иней. Кейт. Иней. А вот это мне что-то не подумал, ладно. Уволен, видение, истока. Давай истока. Под трубопроводом что-то червь все рос и рос. Окей.
введением. Теперь я более ясно чувствую ее присутствие. Я думал, скример будет уволен. Окей. Ага, сходим в этот, в секретное место, может там все дело. Хотя хер его знает. Не, наверное, навряд ли. Подождите, а где мы еще что находили? Можно сходить на кладбище через туалет. Скорее всего, это да ходит. Что-то блокирует дверь с другой стороны, и я не могу пройти. Да, батарейки мне теперь точно нужны. Могу я через... Или лифт везде не работает? Ого, я проскочу, типа, посмотрю. Кто я? И ты, и Ней. На самом деле я сейчас это путаю, потому что их уже неправильно называю. То, что я там рандомно кого-то назвал первого. И теперь GG. Теперь GG. Хорошо. Давайте я сначала... Да. Зарядим его это. Да. АСР не потратил, да? Так, он замурован. Я не вижу здесь ничего интересного. Буду знать. Воу! Гоя на крышу полезу. Типа... Крыша.
Закрыто. 10-й. Ножик. Пастернак. Ты смог узнать величайший секрет Синтракорп? Настоящая личность супержабы? Это я, Хьюго. Ты шокирован? Ты это не ожидал? Я хочу поговорить с тобой. Конечно, можешь рассказать мне свои переживания и предложения. Так, исполнителя, директора, всего рядом, чтобы помочь работникам. Ну, ты не мог бы слезть со стола? О, что за дурак? Я хочу узнать. Стой. Ты еще не написал. Не напился? Ты говоришь очень обидные вещи, когда напьешься. Нет, я не пьян. Я хотел узнать, зачем ты меня оскорблял? Ты мешал мне все это время. Куда ты... Куда бы я ни пошел? Что я тебе такое сделал? Послушай, Брайан, я буду с тобой честен. Я знал, что ты был охотником, и это могло поменять мое повышение. Я пытался пойти легким путем. Я сказал тебе не воспринимать работу всерьез, чтобы ты должен был просто так бродить по зданию, как все остальные. Но оказалось, что ты слишком упорен и продолжал поиски. Поэтому я пытался убрать тебя с пути. И я не понимаю, как ты связан с ведьмой. Ой, чувак... Ты так частый детектив, что ли? Успокойся, чувак. Без ведьмы я не мог бы продвинуться так далеко. Я бы подавал ей жертв на блюде, отправлял бы к ней людей, пока не пока это способно моей цели, конечно. Но как она тебя еще не убила? Учитывая, насколько она опасна. Ну, у меня есть пару приемов. Ты так слышал о человеке по имени Корван? Он рассказал мне все, что я должен был знать, чтобы поладить с ведьмой. Я видел тело Корва в отравленном бассейне. Ты убил его? Ха-ха-ха. Ты видел, насколько у меня толстый зад? Я никогда не смог бы никогда убить, Брайан. Это делает ведьма. Ну, детали такой... Так... Не делай такое лицо. Я работаю ради этого много лет, понимаешь? Проработал здесь всего день, и все, что ты сделал, я не могу представить, скольких людей ты погубил за все эти годы. Ты никогда не думаешь ни о ком, кроме себя. Как же все эти люди, что пришли отпраздновать сегодня твой день рождения? Конечно, тебе наплевать. Пошел нахрен отсюда. Я не эгоистическая тварь. Весь день я видел, как ты совершал поступки только ради себя. Это неправда. Ты пришел сюда, поджав хвост, чтобы я почувствовал себя виноватым. Класс G, бедняжечка. Ну, попасть прямо на 5-й этаж в компании мирового уровня. Не моя вина в том, что я принадлежу к низшему классу. Кроме того, компания использовала бедных людей вроде меня в качестве низших для ведьмы. Все нас! Все в компании наживка, не только ты, Брайан Пастернак. Тебе повезло, что у тебя есть фамилия. Ты знаешь мою фамилию? Я думал, что Хьюго. Хьюго, нет, не моя фамилия. Это даже не мое имя. Когда ты родился в классе R, они просто дают тебе номер. То, что у людей есть фамилия, это означает, что у них есть семья. Они видели своих родителей, это привилегия. Ты из класса R? Какая тебе разница? Я не знал этого. Потому что я тебе не говорил об этом. Потому что я не говорю это направо-налево. Однажды, если ты захочешь выпить чашечку кофе со мной, я могу рассказать тебе о всем дерьме в моей жизни до того момента, как я попал сюда. Давай напрямую, Пастернак. Ни у кого нет больше прав распространять других, чем у меня.
Никто в компании не заслуживает эту должность больше, чем я. Никто, Брайан. Что ж, еще что-нибудь? Нет. Отлично, тогда ты уволен. Что? Несмотря на то, что мы так разные, я согласен с тобой, Брайан. Синтерокорп не должен нанимать случайных людей, чтобы они пытались схватить ведьму. И я собираюсь покончить с этим. А меньше, что я могу для тебя сделать, дать тебе приказ об увольнении и отправить тебя домой? Не этого ли ты хотела? Сбежать из кошмара? Да, конечно. Возьми. Вы получили приказ об увольнении. Просто спустись в лобби и выйди отсюда. Так же, как и в прошлые. Так же, как и пришел. Почему ты все еще здесь? Все кончено, Брайан. Ты можешь идти домой. Просто спустись в лобби. Типа, все? А, могу я заюзать лифт? Лифт не работает. Такое. Ну, Go, типа, это, наверное, первая концовочка. Как я понимаю. Так. Инвентарь. Так, хорошо. Получены кредиты. Ну, все получается. Я уволен. Странно, но благодаря тому, что у меня есть письмо об увольнении, я чувствую, что больше не связан с компанией. И наконец-то могу вернуться на свое место в целости и сохранности. Я не знаю, что случится с моими коллегами, и я не мог так попрощаться с Синтрой. Ну, кого это волнует, так? Я с самого начала не должен был идти в адское место. Да? Это у нас еще одна, получается, концовочка с вами. И да, это у нас одна из концовок. О, я еще ничего не использовал, хорошо. Так, вторая концовочка. Думаю, не заставит нас долго ждать, я буду надеяться на это. Так, у меня всего лишь два карандаша, и как раз это два карандаша для них. Так, ладненько, что тут у нас? Ведьмин лист. Пусто. Чертов экран. Ой,
Кинжал, я должен спрятаться. Хьюго не должен увидеть меня с ним. Где он? Это ж по идее, который мне поможет эту ведьму убить. Смотреть. Ритуальный кинжал Атом, служащий одновременно оружием и защитный от ведьмы. Бля, как мне теперь это провернуть? Хорошо. Вау, тихо. Сейчас бы он меня мог заметить. Лифт не работает. Хорошо. В принципе, я могу спуститься. Для чего? Для того, чтобы... Подожди, а на 9 у меня путь закрыт, да? Гой, сразу ты херню убью. Сразу убью, пособираю все, что здесь есть. Чтобы потом... Затащится палочка. В принципе, у меня батареек еще довольно много, поэтому... Не думаю, что у меня... Ну, здесь, да, чисто прятаться от этих механизмов. Плюс еще два карандаша. Пусто. Так. Ладно, да. Так, 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 так. Короче, бежим на самый верх. Ой, пока завезу палочку. Девятый. Вот он. А я тут еще не бывал. Тихо. Как мне это тогда? Сложно, сложно. Ну ладно, у нас, в принципе, одна концовка уже есть. Так, закрыто, закрыто. Пятый этаж, это на что? Я понял. Четвертый закрыт. Третий, второй. Второй это что у нас был? А, там светится. Значит, где-то рядом ведьма, да? Ну, логично. Привет! Так, стоять, а что у меня по инвентарю? А, я могу, в принципе, кофейку заварить сейчас. То время, когда нужно сделать кофе. Кто это мог бы быть? И почему он носит маску дьявола? У него есть записка в кармане. Маскировка для входа. Это дьявол Яппи. Возможно, костюм мне пригодится. Стоит ли мне забрать его одежду? Да. Полагаю, что он ему больше не пригодится.
Вы получили костюм дьявола Япи. Кто там? Мэппи? Что ты тут делаешь? Записываю мой новый фильм. Мистер Дьявол. Эй, я ищу других работников. Ты не знаешь, где они? Соса, так, Ростова, Кейт. Я не могу найти никого. Это ты не мне должен сказать. Меня здесь не было. Нас атаковала ведьма и воцарился хаос. Но я не видел их тел. Наверное, они сбежали, так? Она их съела. Но одну остановила в живых. Кого? Ква-ква. Это я в курсе. Я не могу совсем уверен, как, но я попробую вернуть Сосу и остальных назад. Сказал мистер Дьявол. Я не совсем уверен, как, но я попробую. Окей. А если я тебе дам... А, подождите. Они есть. Ну ладно. Подождите, костюм, это имеется в виду на том этаже? Мне нравится то, что здесь враги, если они мертвы, значит они мертвы, и они больше не появляются. Это очень хороший плюс. Так, но здесь кинжал светится, поэтому нет. Сюда я вернусь потом. И куда мне правильно идти? Подожди, может нож показывает, где... Блин, мне косарь не вернет, да, как я полагаю? Полагаю, что да. Еще мне мою не вернут. Ну да ладно. А, точно. Стой. Нихера я сюда спустился. Пускай та рука там и остается. Дверь закрыта. Так тут все закрыто. Странно, ладно. Блин, попытаться что ли еще раз выполнить? Кто я? Тони. А тех, кого я угадал, на ними сердечки. ГГ, да? Походу я только угадал с Тони, и то его что зовут не Тони по-настоящему. Кстати. Я лучше сохранюсь на всякий случай, пускай буду сохраненным. Не открывается. А, о, я получил две батарейки. А, это на халяву получаю, найс. Давай посмотрим. Я попробую ключи, которые дал мне, воспользоваться ключами. Что это за место? Здесь несколько старых брошюр и
вырезок синтерокоров. Синтра есть у них всех. Добро пожаловать в синтрокоров, где работать так робототехника больше не является мечтой. Здесь несколько красных деталей, возможно, это часть робота. Еще воду. Выглядит как робот Синтра, но его голова отсутствует. Здесь видеокассета называется «Видеоклуб Мистерио Мистер Филетто». Я без понятия, для чего нужны все эти механизмы. Проект «Рок Изобилия». Судя по записям, которые я обнаружил, Синтрокорп обновила свой корпоративный имидж в 1973 году создания первоклассного андроида по подобию дочери семьи Синтра. 9 рабочих моделей Синтра перемещались по компании и обучали новых сотрудников. Может, это и есть таинственный проект «Рок изобилия»? Отмена. После получения информации из различных источников, можно предположить, что непредвиженное уничтожение всех моделей Синтра привело к решению компании окончательное закрытие проекта. ИИ, о которой они разработали, стал частью корпоративного интернета Синтернет. Кто и зачем уничтожил все модели, и как это связано с тем фактом, что Синтернет поврежден. Последняя деталь. Спустя годы поиска в части андроида в компании мне осталось найти последнюю деталь. Неповрежденную голову. Это сердце андроида, без чего я не смог бы застроить этот бриллиант технологии Роботели. Судя по всему, если я найду я хочу вернуть Синтру, начать мне нужно понадобится найти ее голову. Окей, давай вернем Синтру. Спрятаться хорошо. Так, лифтный робот. Окей. Ну блин, мне все равно косарь не дали. Да. Ладненько, побежали наверх. 5-й этаж, это у нас наш офис. Да, поехали. Мы сюда потом вернемся. Мы сейчас на кладбище идем. Сначала вот это все подзабираю. Потом мы зайдем, я сделаю кофе по-быстрому. С варахами. Я чувствую, что-то внутри кейса. Атом светится. Можешь голову Синтра забрать. Голова Синтра, часть компонента программы. Для меня нужна настоящая голова. Ты думаешь, так легко сделать? Использовать. Здесь, да? Походу, да, внутри здесь системы. Интересно, кто тут афро? Пиздец, попробуй найти, да? Да, это тяжко. Херня такого может быть в том, что здесь никого нету. Зато точно узнаем. Блин, ну я только с одним угадал, челиком. И все.
Это с челом, который меня типа ненавидит. Найс. Ладно. Тогда выбираемся отсюда. А, не, нашел. Использовать. Кто я? Иной. Походу только все кого. Только я смог угадать, все. Только двух этих пацанов. Угу, все. Это пропал. Голос. Так, стоять. Теперь нам в туалет нужно. Сколько у меня бумаги? 5. Но у меня есть цель, в принципе, я могу и докупить еще. А, стой, я уже... Мне туда не нужно. Не, ну я имею в виду в лес. Фу, блядь. Тварь. Я девку только не нашел. Или я ее нашел? Подожди, четвертый это улей, да? Тут завалено. А я тогда не понимаю, что мне делать.